Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Сегодня я вас приглашаю на свой очередной совместник по вязанию. И в этот раз мы будем вязать футболку круглой кокеткой на лето. Как всегда, на совместнике каждая участница получит от меня калькулятор расчетов, по которому можно будет вязать и другие изделия также. Например, по калькулятору потом вы сможете связать теплый свитер с длинным рукавом, если, конечно же, возьмете теплую пряжу. Да, вы правильно поняли, калькулятор универсален, пряжу можно брать любую и вязать на любой размер. То есть хотите, вяжите себе, хотите, вяжите ребенку. Неизменным у нас останется лишь модель круглая кокетка резинкой. Вязать мы будем сверху вниз спицами от одной нити по кругу. То есть, если у вас будет бобинная пряжа, то в конце работы вам почти не придется тратить время на то, чтобы спрятать и заправить хвостики. Совместник будет проходить в закрытом телеграм-канале. Каждый день в течение недели вы будете получать видеоуроки, смотреть их, выполнять домашние задания и по желанию прислать мне на проверку. В первые дни мы с вами обсудим выбор пряжи, обязательно свяжем образцы и сделаем расчеты в калькуляторе. Далее вы отправитесь связать свои изделия самостоятельно. То есть я никого не буду подгонять, вы вяжете в своем комфортном для вас темпе. Все материалы совместника останутся в том же закрытом телеграм-канале, я его удалять не буду. И если только вы сами оттуда не захотите выйти, то в любой момент вы сможете зайти, пересмотреть эти уроки и связать что-то новенькое для себя или своих деток. Я буду с вами на связи до конца мая. Отвечаю я на вопросы быстро, подробно. И если в этом есть необходимость, я даже могу записать для вас дополнительное видео, только для того, чтобы вы ушли с совместника с пониманием того, что мы с вами делаем. И теперь давайте заглянем одним глазком в калькулятор расчетов. Сейчас вы на экране видите схему, так сказать, вашего будущего изделия, для того, чтобы у вас было представление о том, как оно будет выглядеть. Как я уже сказала, рукава могут быть как длинные, так и короткие. Калькулятор может вам посчитать и так, и так. Вот такой файл вы скачаете к себе на компьютер или телефон, вяжете образец, заносите вот в эту табличку плотность вязания, затем снимаете мерки и заполняете вот эту табличку. Как это правильно сделать, я подробно расскажу в видеоуроке. И как только вот эти две таблички у вас будут заполнены, вот здесь в калькуляторе, в описании этапов работы у вас появятся свои цифры и можно будет начинать вязать. То есть мы смотрим по пунктам, например, набираем на спице столько-то петель, вяжем резинку 1 на 1 столько-то рядов, делаем подборку прибавки, как делать прибавки, также будет видео. И так по каждому этапу здесь все расписано, и на сложных моментах у вас будет видеоурок. По желанию это описание вы сможете распечатать себе на бумагу или, если вам удобно, вязать прямо с экрана. Я надеюсь, вы уже поняли, сколько данный калькулятор сэкономит вам времени, то есть то время, которое вы потратили бы на расчеты. Итак, как же попасть на совместник? Смотрите, начинаем мы вязать уже 8 мая, а прямо сейчас вы можете перейти по ссылочке под этим видео, добавить товар с совместником в корзину и оплатить его. После того, как вы оплатите товар, вам на почту придет письмо с приглашением на закрытый телеграм-канал. Вы туда самостоятельно добавляетесь и ждете начала совместника. И сейчас, внимание, только 2 дня, то есть это получается у нас 3 и 4 мая, на совместник действует самая большая скидка.
Затем эта скидка начнет таять, то есть вы сами понимаете, что чем раньше вы примете решение участвовать в совместнике или нет, тем выгоднее вы получите участие в совместнике. Но это еще не все. Для самых быстрых и активных у меня есть дополнительный промокод на скидку. Если вы прямо сейчас перейдете по ссылке, добавите товар в корзину, увидите там поле, у вас есть промокод, вводите в это поле большими буквами слово «скорость», и ваша цена уменьшится еще больше. Так что торопитесь, таких промокодов всего 10 штук, и кто успеет, тот придет на совместник по самой выгодной цене. Всем удачи, ссылочка внизу под видео, увидимся на совместнике. Всем пока-пока!